Клянусь богом, вот славная встреча! Выпей с нами! Привет! О, Кенуэй! А это кто? Адевале, квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам недостает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Пирата! Кровь множества невинных жертв! По приказу его высокопревосходительства... Ты вовремя, Кенуэй. Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда, как Эльдорадо или источник молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница, и там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки. Утро доброе. А неплохую игрушку ты раздобыл. Какой-то ты зеленый, Хорниголд. От зависти? Потому как у меня больше? Да, небось, опять эта дрянь с Ямайки. Предпочитаю испанский. Итак, ты обзавелся роскошным бригом. Ладно. Я научу тебя управлять им. И заодно тому, как брать приз в бою. Тэтч, жди в старом рыбачьем поселке. Ага. Кенуэй. Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежно. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватированы? Одно дело участвовать в нападении,
другое возглавлять. Итак, ищем купцов, мальчики! Их суда набиты грузом! Возьми трубу и найди нам шхуну, Кеннэуэй. Ты увидишь, что именно они везут, и заодно поймешь, насколько защищены их корабли. Пошутить вздумал, друг? Давай, доставай трубу! Вот достойный приз. Отлично. Теперь сближайся. Когда ты уже взял приз, демонстрируй власть и требуй от пленников огромного уважения. Это подчиняет тех, кто слаб воле. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение. И преспокойно вспороть им тревогу. Стреляй сколько угодно. Если будешь осторожен, только не забывай корабль. Пусти паруса, ловим ветер. Трави, накидывай. Столкновение. Отдать кроты по ветру. Форма заливает. Паруса отдать, круче уходит ветру. Уходит капитан, книппелем его. Пли! Мы мигом, сэр. Подходящая дистанция. Стреляйте по снарядам, пусть подорвут. Сам! Спустить промселя и бомбромселя! Бою готов, сэр! Рифы на фоке! Мартели убрать! Все, давай! Хорош бездельничать, все наверх! Поймать ветер! Поднять все паруса! Разобьете корабль! Бли! Двое готов, сэр! Рифы, марселя и промселя! Марсели убрать! От ветра! Выбирай, выбирай до конца! Это моя команда! Мы моряки, как и вы, но цели наши весьма разнятся. Ибо мы жаждем лишить вас благ земных. Однако же мы пощадим жизнь всякого на этом судне, кто покорится нам. Все ясно? Ну, мы мать, сеньор. Тенгу фамилия. Селу суплико. Кто здесь знает английский? Инглес? Мало. Скажи, друзья, мы забираем ваш груз, но никого не тронем, если все будут спокойны, как паруса в штиль. Ясно? Повторить прошу. Да чтоб вам лопнуть. Заприте их в трюме и забирайте все, что не прибито. Неплохой был день. Если так пойдет, Нассау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. Не опозорь. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен.
Браво, Кенуэй! Ты создан для нашего дела! Что по сердцу, то не в тягость. Вздор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай! Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. Господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций. И он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним, и он выведет тебя к цели. Его от этих товаров. И продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. Слева по борту, сэр! Там плавает добыча! Держись! Эти воды охраняют, сэр. Идем тихо. Меньше гор! Стой, Аде. Впереди враг. Я вижу. Отдать все! Вперед! Марсель, правый борт! Там в воде добыча! Наполни каждый дюйм! Койки вниз, по местам стоять! Убавить паруса от бури! Живо, живо, живо! Спустить паруса, ловим ветер! Поднимаем все паруса! Бакборд! Там человек в море, Кэп! С
За нами корабль, сэр! Чисто, капитан! Королевский флот! Только один, кэп! Это человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфорда. Да. Бекфорда и Дракса. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. Варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Господи! Похоже, будет шторм, капитан. Ритм! Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь, ты на берег. Мы присмотрим за галкой. Капитан за бортом! В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? Корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного. Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Бог мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Простите, сэр. Я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумков ключ от склада? Ну? Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада!
Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Use your knees, lad. I'll not have you through your back. Heavy or not, it's all got to be moved, lads. Gumption! Use your knees, lad. I'll not have you through your back. And I'll hear no more complaints. You're paid to work. We're not done here, Smith. You can gab later. Еще один. Stop!
once. I've got him dead to rights. Stop that bastard! He's in my sight. Nice.